Привет! Сегодня я буду рисовать портрет аниме девочки цветным карандашом, вот таким вот зеленым. Ну что, начнем? Первое я нарисую. Я стерла тут некоторые ненужные линии. Продолжаем дальше рисовать. Нарисовали, теперь будем цвет делать.
Толстовку я сделаю желтого цвета. Девочка аниме в зеленом цвете. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет, напишите. И подписываемся.